Сделали себе полицейский автомобиль. В Ульяновске задержали группу молодых парней, которая попыталась создать копию служебного автомобиля полиции. В дежурную часть МВД России по Ленинскому району поступило сообщение, что в одном из дворов парни обклеивают машину соответствующими знаками отличия. Группа молодых людей наклеит на автомобиль цветографические знаки отличия. Полиция, ППС, герб и номерные знаки. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа ОМД России по Ленинскому району города Ульяновск. В итоге задержали 4 человек, включая владельца авто. По их словам, парни хотели снять социальный ролик. Скажите, пожалуйста, с какой целью оклеивался автомобиль? С целью снятия ролика социального. Социальный ролик о чем должен был быть? Между общениями родителей и детей. А полиция какую роль там играла? Да никакой, она просто на фоне была, машина стояла, обклеили, и все. Там даже не было ни сотрудников, ничего, просто машина обклеили. Так ли это или нет, предстоит выяснить правоохранителям.